Новые приключения на мурманских дорогах, орлы за рулем, неожиданные снегопады и споры водителей автомобиля. В нашем обзоре видео с регистраторов. На транспортной развязке вблизи областного центра снегоуборочная машина не подняла ковш и скинула снежную массу на автомобили снизу, среди которых оказался и владелец регистратора. Весьма неоднозначный маневр, совершенный водителем внедорожника на кооперативной, безусловно, заслуживает порицания. Но в этом видео самым интересным оказался комментарий водителя, который забавно посетовал на нарушителя. Не орел, а орлица! Страшная авария едва не случилась возле средней мореходки. Водитель кроссовера двигался на высокой скорости по левой полосе, а владелец легковушки, не увидев его, решил перестроиться. В итоге одному из участников движения, чтобы уйти от столкновения, пришлось выехать на встречную полосу. На следующем видео водителя постоянно включается система курсовой устойчивости, и это неудивительно. Ведь сейчас, пожалуй, самое скользкое время на мурманских дорогах. И мы напоминаем всем автовладельцам о том, что нужно быть осторожнее.